Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ЕГЭ, математика, профильный уровень. Найти корень уравнения корень из 2х плюс 31 равно 9. Чтобы решить данное уравнение, мы должны правую и левую часть возвести в квадрат. Корень из 2х плюс 31 возводим в квадрат равно 9. Квадрате. Но мы должны с вами помнить, что корень из а в квадрате у нас равно а. Под а может быть у нас просто число или буква, или же целое выражение, или даже может быть и многочлен. При возведении мы получаем 2х плюс 31 равно 81. Дальше. У нас линейные уравнения. Мы должны x собрать в одну сторону, число в другую. 2x равно 81. 31 слева был с плюсом. При переходе через равно меняет знак. Мы получаем минус 31. 2x равно 50. Отсюда x равно, мы правую и левую часть делим на 2. Получается 50 деленное на 2, деленное на 2, равно 25. И пишем ответ 25. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!